Сквер Прибрежный – это то, чем можно гордиться даже перед президентом. Президента Зеленского сопровождает известный бизнесмен Геннадий Корбан. Видимо, он курирует этот объект. Геннадий Корбан делает экскурсию для президента Зеленского прямо в сквере Прибрежный. Наверное, зашли перекусить. Ребят, не сажайтесь, пожалуйста. Кажется, что дружеских отношений между президентом и мэром не сложилось. А Геннадий Корбан помогает вести диалог. Все. Посещение сквера закончено. Геннадий Корбан по-прежнему дает разъяснение. Но как же без селфи? Президент выглядит очень уставшим. Все внимание президенту. О том, что сегодня день города, никто уже и не помнит. Мэр города торопится. От президента отставать нельзя. Президент уехал. Народ кричит спасибо и ему, и мэру.